На центральной площади Лангепаса установили бесплатный Wi-Fi. Точка доступа будет работать до 30 сентября. Ввиду того, что в летний период у нас установлена хорошая погода, люди гуляют на территории площади, было принято решение обеспечить бесплатным интернетом. То есть это максимальный востребованный период для пользования сетью. Ведет широкий охват сетью, то есть это полностью территория центральной площади для гуляния, то есть вплоть до территории ЗАГСа, сквер, моя семья, то есть обеспечена связью. Для авторизации потребуется лишь ввести номер телефона, потом код из СМС для дальнейшего подключения. Также можно выйти в интернет через аккаунт на госуслугах.